Ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра начал работать в 26-й Владикавказской школе. Педагоги применяют методики, которые помогают социализироваться ребенку в обычном классе. Для детей обустроили сенсорно-динамическую комнату. Оборудование позволяет снимать эмоциональное и мышечное напряжение. Способствует стимулированию различных участков мозга, развитию мелкой и крупной моторики. Развивает внимание и способности детей. Инициатором создания ресурсного класса стала общественная организация «Лоскутное одеяло» при финансовой поддержке Североосетинского филиала «Русгидро».